Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов предложил изобразить древнюю Дербентскую крепость Нарынкала на будущей купюре номиналом в 2000 рублей. Дербент – город, в котором в мире и согласии веками живут последователи всех религий. А городская крепость Нарынкала является не только городским символом, но и символом толерантности, взаимопонимания и сосуществования основных мировых культур. По нашему ходатайству президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, который был инициатором этого юбилея, продлил юбилейные мероприятия по обустройству города Дербент до конца 2018 года, заявил Рамазан Абдулатипов. А также маленькие патриоты Дагестана решили попросить главу государства Владимира Путина проголосовать за изображение древнего города Дербента на новой банкноте номиналом в 2000 рублей. Стоит отметить, что Банк России 12 апреля опубликовал на своем официальном сайте информацию о том, что с 2017 года в обращении выпустят две новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Впервые и город, и представляющий его символ, будут выбирать сами граждане страны. Так, летом текущего года Центробанк совместно с одним из федеральных телеканалов проведет голосование, по итогам которого определится, что будет изображено на новых купюрах. В связи с этим ученики прогимназии и президент города Дербента в поддержку инициативы Рамазана Абдулатипова сняли видеообращение главе государства, в котором попросили Владимира Путина выбрать именно их город.